А вось гэты настаўнік сельскай школы ў Клецкім раёне, пераможца рэспубліканскага конкурсу інфармацыйных тэхналогій у адукацыі. На мове праграмірування выкладчык гісторыі грамадазнаўства вучыць ствараць і ажыўляць анімацыйных герояў, камп'ютарныя гульні, манціраваць відэаролікі. Гурткі Уладзіслава Бабіча наведваюць не толькі старшакласнікі, але і вучні пачатковай школы. С 8 лет к нам приходят ребята и уже начинают заниматься с программированием, так как уже с этого возраста можно вникать в саму эту среду программирования Scratch. Так как Scratch был создан в Америке, специально он создавался для детей, для младших классов, с младшего класса, так как там не надо, в принципе, ничего писать именно кодами, а все делать с помощью скриптов, блоками, как пазл. И кроме этого он ведет еще у нас занятия по интересам, объединение по интересам, это кадр. Это где дети вот используют, создают различные видеоролики, фильмы, которые также вот мы выкладываем на YouTube. У нас на сайте большое количество различных роликов, фильмов. И наши вот ролики, фильмы занимают также, мы участвуем на областных, республиканских, участвуем и занимаем дипломы. Акрамя гурткоў па інтарэсах, на уроках гісторыі, біялогіі, геаграфіі вучні школы таксама выкарыстоўваюць планшэты і ноўтбукі.